Всем привет, меня зовут Никита Тетерев, и я представляю команду Square One. I'm sorry, I don't understand. Итак, это моя первая поездка за границу одного. I don't speak English, this might be mistakes. Но, да, мне трудно было, потому что я не знаю английский язык, здесь все общаются на английском. Чаще всего на птичьем греческом, потому что это Санторини, это Греция. Здесь очень красиво. Очень-очень все белым-бело. Очень все слепит глаза. Но это классно, да. Горы, вулкан, белые дома, синие крыши. Да, это здорово. Red Bull. Что хочу сказать о Red Bull? Red Bull был очень крутое мероприятие, вообще просто мозг у меня взрывался. Блин, ребята нарубили вообще. Зелья со своим леммингом просто там вообще всех взорвал. Такие Байтос. Байтос тоже очень быстро бегал. Он тоже большой молодец. Лучший трюк был у него. Он прыгнул опять свой дайв-ролл куда-то вообще в умри. Но было на самом деле весело. Блин, вот лучший трюк, конечно, я бы отдал Шеве. Шева навутила, блин, такую тему вообще. Села в шпагат и сделала переднее. И мы такие все, чего это за дела? Блин, это было, конечно, очень круто. А, Питкон, а чё говорить, Пашка молодец. Пашка нарубил как может. Вообще нафигарил, красавчик. Мне очень понравилось. Ну, Дикей, да. Дикей вообще просто крэйзи чувак. Ай, блин, ему 19 лет, и он так рубит.
Да, было, кстати, тяжело. Было 60 человек. И причем неплохих таких ребят. Как-то в этом году очень много сказали организаторы, приехало человек. Ну, в общем, я прошел в 12 лучших и должен был делать еще один ран. И вот настала моя очередь. Я бегу. И прямо вот в конце выступления я просто падаю с глупого 360 на стену. Блин, так обидно. И падаю прямо вот ровно на больной палец. Ну, просто так, в котлип, знаете, как... И так ногами. И такой... Спасибо. И потом она... Объектив Гелиос упал. И потом Анан говорит, что если бы не мое падение, то я бы прошел на этот чертов Red Bull. Черт, я так хотел тогда, а? Ну, я съездил, посмотрел, узнал, что мне нужно, и я думаю, что я буду правильно готовиться к соревнованиям. Думаю, что... На самом деле, да, я думаю, что я пройду на следующий год. Это мое желание, потому что прямо такое сильное. Купался в океане, здесь очень соленая вода и множество каких-то рыбок, каких-то штук странных, непонятных, которых я даже не видел никогда. Да, здесь, конечно, очень красиво. Пока ночью гулял по крышам, нашел, я даже не знаю, что это, но это не музей или какой-то очень крутой отель, но он заброшен. Ну, то есть, там никого вообще сейчас нет. И я такой думаю, о, ништяк, там просто так классно. И часов в 10, наверное, утра я пошел туда. Купался в бассейне, загорал и ел нутеллу. Наверное, сейчас сидишь у экрана, дождусь. Правильно делаешь. Делайте, что хотите, когда хотите и с кем хотите. Самое главное, несите за это ответственность. Вот и все. Желаю вам развития, думайте и больше тренируйтесь во всем. Счастливо!